Обратите внимание, Бог сотворил, взял землю и сотворил, а потом вдунул в него душу живую. Речь о чем идет? Не только о том, что оживил это сотворенное существо. Нет, он вдунул, не взял, не сделал из чего-то, а вдунул душу живую. То есть, и что это есть? И вот учение совершенно, так сказать, ну, это однозначное и великое учение, которое говорит о том, что душа человеческая, душа бессмертна. Это есть действительно дыхание божества. И тем самым Господь показал, что душа принципиально отличается по своей природе от нашего тела. Потому что наши тела подобны телам всех животных. Одни и те же менделеевские элементы. Одни и те же. Душа – нет. Это другое. Это другой мир. Это другой уровень. И вот в Библии, видите, как хорошо в первых же словах сказано – вдунул душу. Видите, как душа чем обладает? Верно. И поэтому говорим – душа бессмертна. Если человек, когда человек умирает, то мы знаем, что он просто сбрасывает это тело. Но душа бессмертна, она остается. Остается ее самосознание, остаются в ней все плоды этой земной жизни. Какие плоды? И добрые, и злые. И злые. Почему поэтому так призывает Бог? Призывает Бог, пока вы здесь можете творить, учтите, там вы уже ничего не можете делать. У вас уже нет тела. Творите здесь добро. Избегайте зла, насколько это можете. Ибо потом, с каким багажом вы туда подниметесь. Привет, ребят. Здравствуйте. Мы сегодня с вами, подобно ветхозаветному Аврааму, встречаемся под сенью не дуба, конечно, вы говорите, что это ива. И вот убеждаете меня, что я меньше 100 лет, но, судя по стволу, больше, мне кажется, 100 лет. У нас икона Троицы также здесь. Полная аллюзия с ветхозаветным событием. И вот мы сегодня будем разбирать природу человека. Ну и начнем с того, что вообще даже в античном древнем мире было понятие, еще до христианства, было понятие человека как о микрокосмосе. И потом наши святые, в принципе, приняли это утверждение. Но была часть философов, которая начала утверждать, что человек – микрокосмос, как некое достоинство, чуть ли не высшее достоинство. И вот тут святые возражали. Почему святые наши вот в этом случае возражали? Как вот подумать? Ну, вообще, по идее, в чем здесь достоинство-то заключается как таковое? То есть человек сам ничего не создал себе. Это все в нем было изначально. То есть Бог создал в нем этот микрокосмос и... Человек его не зарабатывал, не получал, это достоинством его, ну, по идее, раз он этого не создавал своим трудом, достоинством это быть не может. Почему это достоинство? Ох, как ты близко приблизился, но вывод не совсем тот. Ну, они же не говорили, что человек, они не утверждают, что человек сделал себя микрокосмосом. Они утверждали, что то, что он есть микрокосмос, это прям круто, это очень достойно, это достоинство. Несмотря в какую сторону направить, это микрокосмос, это как фундамент, из которого мы можем сделать что-то. Это может стать нашим достоинством, но... Каким макаром? Ну, мы можем самосовершенствованием, то есть приблизиться к Богу, то есть, ну... Вот. Это другое, вот как раз это другое. А тут вот сама данность, то, что человек микрокосмос, это вот очень крутое достоинство. Они утверждали, святые говорили, нет. Пока мысли не тех. В общем, тогда за вас ответит Григорий Ниский, был такой святитель.
младший брат Василия Великого. Они говорили, человек есть малый мир, состоящий из одних и тех же со Вселенной стихий. Но громким этим наименованием, воздавая такую похвалу человеческой природе, сами того не заметили, что почтили человека свойствами комара и мыши, потому что и в них растворение четырех стихий. Ну, то есть, понимаете, да, что они думали, что это круто, а на самом деле они взяли человека, уравняли с мышью и комаром, потому что, в принципе, они тоже состоят из тех же четырех стихий. Ну, давайте продолжим сейчас цитату. Что важного в том, почитать человека образом и подобием мира, когда и небо приходит, и земля изменяется, и все, что в них содержится, приходит прихождением содержащего. Но в чем же по церковному учению состоит человеческое величие? Не в подобии тварного мира, но в том, чтобы быть по образу естества сотворшего. Ну что за достоинство быть по образам этого мира? Это данность, да, но не достоинство. То есть они как данность это принимали, а как достоинство отрицали, потому что достоинство – это как раз идти и развивать себе образ Божий, приближаться к Богу, развиваться духовно. Более того, Григорий Богослов, и не только он, просто у него самая как бы такая лаконичная фраза, он говорил, что человек – великий мир в малом. То есть святые утверждали, что человек – великий мир. А вот эта вся Вселенная – это малый мир по сравнению с его душой. Ну, хотя физически все иначе, но физическую аналогию можно такую привести, что вот гены, они же очень маленькие, да, совсем маленькие, но они предопределяют у нас все, начиная от внешности, здоровья и так далее. И вот человек вот во всей этой Вселенной огромной, он вот как некие такие, вот мы вроде песчинки, а в то же время вот эти гены, которые, понимаете, влияют на всю Вселенную. Тут уместно будет, знаете, что вспомнить такую фразу Владимира Лоскова, он говорил, что человек – это ипостась природы, Вселенной. А Вселенная – это продолжение его телесности. Кстати, отсюда понятно, откуда катаклизмы в ответ на все наши непотребства. Это природа отличает, как наша больная телесность. Так вот, в этом смысле, кто владеет человеком, тот владеет Вселенной. И когда дьяволу удалось соблазнить Адама и оторвать его от Бога, вот с этого момента сатана называется князем мира сего. Не в том смысле, что ему принадлежат деревья, там, весь мир, а в том смысле, что он овладел человеком, поработил его и стал тем самым князем мира сего. И с другой стороны, кто спасает человека, тот спасает мир. Я сейчас, понятно, о Христе говорю. И когда мы в крещении, мы обретаем свободу от этого порабощения, мы, конечно, сразу святыми не становимся, но мы обретаем свободу, мы, соответственно, через нас потихонечку, как апостол Павел пишет, что и животный мир, и все творение жаждет нашего спасения. Именно потому, что они очень от нас зависимы все. Вот эта модель микрокосмоса, мы с вами разобрали, что святые принимали, что нет, но присмотрение внутреннего человека, она непродуктивна. И поэтому было разработано еще одно понятие – дихотомия, трихотомия. Знаете, что это такое? Нет? Это учение о том, что мы или состоим из двух элементов – тела и души, либо из трех элементов – тела, души и духа. Целые копья ломаются на эту тему неоправданно. Все-таки человек состоит из души и тела или из духа и души и тела. Почему неоправданно? Потому что, в принципе, если разобраться так объективно, когда хотят сказать просто о нашей телесной природе и невидимой, говорят просто тело и душа. Когда говорят, что, например, нет ничего милее и дороже Богу, чем наша душа человеческая, имеется в виду не только душа, а вообще все наше невидимое существо, естественно, в первую очередь образ Божий, о котором будем с вами потом говорить. И в этом случае говорят тело и душа. Но когда начинают разбирать подробно, то тут, конечно, без понятия духа отдельного уже не обойтись. У древних философов, у Платона, у Сократа всегда тело рассматривалось как темница души, то есть что-то негативное. И потом, когда появилось христианство, была такая секта гностиков, и они смешивали наше христианское учение с языческими штучками. И вот они начинали выдумывать, что, например, Адам, на самом деле Господь не сотворил его телесным. Что на самом деле Адам был духовным, а когда вот он согрешил, вот он там попал в это тело, вляпался типа. И святым очень долго приходилось доказывать, что Адам имел тело, что он из перстни земной был создан, что тело – это не темница души, это она вообще изначально храм Духа Святого, это часть личности нашей и так далее. У меня к вам вопрос, может быть, неожиданный. Зачем, для чего нам это тело? С ним же одни проблемы. Его кормить надо, его поить надо, его отдыхать его надо, его надо, не знаю,
таскать, вот особенно у меня такой вес огромный и так далее. С ним сплошные проблемы. Вот были бы мы, как гностики, говорили, духовными существами, но и жили бы, как ангелы, припевающие. Зачем нам тело? Давай, свалим. Ну, я думаю, оно дано нам, чтобы учиться как-то справляться со своими недостатками. Ну, то есть ты через него можешь себя совершенствовать, бороться с чем-то. Ну, принимается как один из вариантов ответа. Давай. Для смирения, то есть. Тренажер смирения. Все эти немощи. Молодцы, это тоже есть такое ответ, мнение у святых, да? Господь же дал его нам как связь с природой. Умница! Чтобы Адам, человек, который был царем природы, он должен был с вещественностью иметь нечто общее со Вселенной. Если бы у него не было тела, он бы не смог бы все преображать это изначально. Тело нам изначально вот для этого дано. Кстати говоря, в Евангелии Христос поэтому в том числе и говорит, что Бог, Отец, не судит никого, но отдал весь суд Сыну, потому он как бы Сын человеческий. То есть в этом смысле Христос воплотился, Он был человеком, Он страдал, Он голодал, Он умер за нас. И когда в суд будет, мы не сможем сказать Богу, сказать, тебе легко рассуждать, вот побыл бы ты человеком. Перед тобой Христос, который за тебя распялся, был человеком, все это прошел, понимаете, да? Это честность его. Конечно, мы сейчас другие. Адам в раю питался растительной пищей. У него тело было неповрежденное, но оно, тем не менее, оно имело неукоризненные страсти. То есть оно хотело есть, оно хотело отдыхать, спать. Да, его эти немощи покрывала благодать Божия. Она вообще восполняла его природу. Огонь его не жег, то есть никакие стихии ему не вредили, вода не топила, зверь ничем не угрожал. То есть наше тело не такое простое. Не такое простое. Мы говорим, что тело – это храм Духа Святого. Оно должно участвовать в духовной жизни, в том числе и через посты. Вот, вспоминая как бы райскую пищу. Но еще и тело, апостол Павел же говорит, прославляйте Бога в душах и телесах ваших. Как может тело прославлять Бога? Земные поклоны. Еще? Преодоление страстей, нет? Это работа души. Да, мученики, они же показывают своим примером, своим бесстрашием. Ну вот на самом деле вы, если можно так сказать, вы ипостасно ответили. Действительно, все наши стояния молитвенные, все наши земные поклоны, это есть прославление Бога именно телом. И как высший пилотаж, конечно, это мученичество. Да, молодцы, принимается ответ. Итак, ну, наверное, о теле все, перейдем теперь к душе. Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Или какой выкуп он даст за душу свою? То есть Христос первый говорит о том, что все сокровища мира не стоят души человеческой. То есть мы возвращаемся к той же мысли, что человек – это большая вселенная в малой вселенной. А смерть духовная – это смерть чего? Смерть? Это когда у человека происходит отрыв от Бога. То есть связь с Богом теряется. Ну, а что в этом случае? Мы же продолжаем жить, и что у нас продолжает жить? Мы продолжаем жить, Бог нас любит, Он сразу не отнимает у нас жизнь, потому что Он знает, что все равно еще будет момент, когда Дух пробудится, пробудит душу. Два человека заходят в храм, не потому что верующие, проходили, да, зайдем, давай. Заходят, и вдруг один слышит песнопение, ладан, иконы, и вот и с ним что-то происходит. А второму вообще, ну так вот первый, в нем в этот момент дух пробудился и озарил душу, его дух. Эта благость передается душе, а второму он духовно мертв. Это не значит, что на нем крест ставит, но в этот момент он духовно мертв, он это даже не чувствует. И это не значит, что он потом не оживет, но в этот момент вот так. У меня был опыт страшный, очень страшный. Я просто вспоминаю, содрогаюсь. Какой-то праздник был в Плащанице, по-моему, Успение Богородицы. И я что-то в храме стою, молюсь, и думаю, интересно, вот как вот неверующие на это все смотрят? И вдруг мне Господь открыл, как они на это смотрят. Я вдруг смотрю и вижу, что какие-то взрослые дяди оделись в какие-то одежды зачем-то, экзотические, и ходят с кусочком картона, на который нарисована Богородица, и что-то дурью умается. Я вам сейчас специально говорю, кто как мне вот Господь показал. Он на секунду меня как бы лишил благодати. Я так испугался, я так взмолился. Господи, не хочу, пожалуйста, пожалуйста. Ничего вообще мне не нужно без тебя. Я вопил, пока это все не вернулось, смыслы все не вернулись. Вернулись смыслы.
И вдруг все, и вдруг я на службе, я понимаю, что здесь ангельский мир, что огонь духовный присутствует в храме, что мы Успение Богородицы. Страшный опыт, ребята, упаси Бог. И это то же самое, когда в какой-то грех впадаешь. Нельзя в этом состоянии пребывать, потому что остываешь, это страшно, это есть духовная смерть. Вот нельзя остывать в этом ни в коем случае. Надо с Богом не соскучишься, с Богом всегда интересно, ну правда. А без Бога какая-то тоска зеленая. И вот и это есть духовная смерть, это то, о чем мы вот говорили. Очень важно понять, что мы сейчас с вами, разбирая тело и душу, мы разбираем нашу природу. Прежде всего, надо рассмотреть два заблуждения. Что душа есть искра Божья. В том смысле, что не дар Божий, а в том смысле, что душа есть частичка Бога. Что в каждом из нас есть прямо частица Бога. Это не так, потому что Бог, мы все-таки, он творец, мы творение. Он создатель, мы создание. Он не истощает себя в том смысле, что он не разделяя, он неразделим, он совершенное существо. И в нас нету частички Бога. При всем при том, что в нас есть образ Божий. Можно, ну, Господь же душу вдохнул в нас? Значит, наша душа – это его дыхание? Да, но не есть его, но это не есть его частичка. Вот святые говорят, что тот момент, когда он вдохнул душу, это речь идет о благодати. И еще один из святых очень хорошо опровергает эту теорию, потому что мы частички Бога внутренние. Он говорит, что а как тогда, когда на страшном суде, это Бог кого будет судить? Богов? Или как? Или когда мы грешим, что в нас Бог грешит, если в нас частички Бога? Понимаете, да? Что это нелогично, нереально. Вот. И второе заблуждение о бестелесности души. Был такой святой Игнатий Брянчанинов. И он написал о смерти, по-моему, его произведение называется. И он там описывает, что душа, когда выходит из тела, она сохраняет черты умершего человека вплоть до волос. Поэтому душа имеет эфирное тело такое, которое сохраняет черты. И сначала Феофан Затворник ему начал противоставать, что душа не имеет эфирного тела. Вот. Но потом они, в общем, пришел к тому, что нет, конечно, душа имеет какое-то тело, но она имеет личность, которая не имеет физического составляющего. Но вообще надо знать, что душа не находится в определенном месте тела. Она не растворяется в теле с телом. Она находится в теле и даже превышает, как пишет Исаак, превышает его. И в этом смысле можно сказать, что тело пребывает в душе. Душа неразрывно связана с телом, до смерти, естественно. Она тем самым телом ограничена. В этом есть свой плюс и свой минус. Попробуйте назвать мне, какой плюс в тем, что душа телом ограничена, и какой минус. Мне кажется, минус в том, что мы, вот, душа, она может сделать только то, что в рамках тела. Интересно. В рамках человеческих каких-то возможностей. Это плюс-минус? Это минус. Ты же не можешь... Ну... Это одновременный плюс. Ты можешь... Ты хочешь что-то сделать, такое, там, полететь, но ты же не можешь полететь. Вот что я хотел сказать. То есть человек хочет полететь, но он не может этого делать. Это является, то есть это в плане плюсов. Так как если бы мы летали, мы бы... Думали то, что мы какие-то боги. Очень интересный аспект вы затронули. Просто если серьезно говорить, я бы ваш ответ переформулировал так, что минус в некоторой дебилости, что душа с таким телом искаженным, да, оно теряет легкость, и оно как бы сковано такой дебилым телом, да? А теперь скажите, какой плюс в этом же есть? Ну, как душа призвана подтягивать тело за собой, как дух душу, душа тело. Вот. И получается, душа может творить за счет тела своего инструмента, как преобразовывать что-то, уже может что-то совершать еще. Ну да, неожиданно тоже ответ, да, в принципе, да. Тело нам дает знать то, что плоть наша немощная, и то, что мы, это нам уже в плюс, так мы должны знать то, что мы грешны, и... Мы, в конце концов, умрем, вот. Нравственный аспект очень хороший аспект, правда. Ну, как сдерживатель тела, как сдерживатель каких-то вот, ну, побуждений душевных, то есть душа как, ну, какие-то есть, какие-то, ну, положительные желания, есть какие-то, ну, то есть там, злые желания, и тело, оно как сдерживатель не дает там чему-то плохому совершить. Если душа была на свободе и... могла творить какие-то плохие вещи, то без тела она могла бы сделать гораздо больше плохого, чем
Потрясающе. И одновременно... Потрясающе. Это главный ответ на самом деле. Главный ответ в том, что душа, будучи подвижной, она без инертности тела, она бы так же легко и быстро впадала бы в грехи. Просто аплодисменты. Это прям в десятку. Душа дает жизнь нашему телу. По идее, вообще, если мы правильно духовной жизни, и у Адама вначале было, душу оживотворяет дух. Дух, он вообще так устроен, он... Дух — это и есть та нетелесная часть души, да? Нет. Нет? Дух — это высшая часть природы. Вообще, что вы имели в виду, дух и ум в чистом виде ум. Ум — это не разум. Ум — это созерцательный орган наш. Вот смотрите, вот я вижу стол. Я умом догадываюсь сразу, что за ним люди сидят, едят. Я понимаю, что это. Разум я начинаю анализировать, что, скорее всего, вот люди садятся здесь. Это. А ум, он созерцательный. Вообще ум равно дух. У святых это часто одно и то же. Он устроен как созерцательный орган, он всегда тянется к Богу, он так устроен. А вот у Адама он всегда был с Богом, дух, и тянул душу туда, а душа тянула тело туда. И поэтому дух оживотворял душу, душа оживотворяла тело. Это природа. В нашем случае уже здесь надо бодаться, чтобы у нас как бы так вот туда выстраиваться. Потому что у нас всегда тело говорит просто «я хочу пить», душа начинает так, кока-кола, квас, там, тело не безличное, это, а душа начинает изобретать. А дух «да что, о чем вы?» Вот, и у нас постоянно такой раздрай. И, в общем, если выстраивать, если понимать, что пост – это не повинность, да, а приглашение к райской пище и вообще преображение себя, то, в общем, тогда дух как-то начинает захватывать территорию духовную свою. Вот душа уже начинает его слушать, тогда тело подтягивается. Дух – это орган созерцания. И дух, и ум, вот мы так устроены. Разум, то, что мы называем разум, это уже ниже. Это уже, если дух – это созерцательное, да, интуитивное такое, то разум – это уже действенное, это логично, такое интеллектуальная способность размышлять. Давайте треугольник нарисуем. Треугольник. У души есть три силы. Разумная сила, давайте ее наверх поставим, разумная сила, раздражительная сила. Раздражительная – это в смысле я раздражаюсь, я гневливый, нет. А в смысле то, что будоражит, да, как бы, ну, чувство, ладно, чувство скажу, то есть реакция такая, да. И третья сила – это желательная. Разумная сила души в здоровом состоянии, она в чем проявляется в человеке? Стремление к совершенству. Отлично, отлично. Мне кажется, она проявляется в каких-то, ну, новых открытиях, которые он делает, нет? Да, да. Еще? Душа хочет воссоединиться с Богом, то есть разумом стремится к этому. Да, безусловно. Ну, в общем, еще что? Это рассудительность человека здравая, да? Он логичен, рассудительность, стремление действительно к познанию, способность анализировать. С другой стороны, расскажите о искаженные. Когда искаженная разумная сила, в чем это проявляется? Вот разумная сила, когда она положительная, она, наверное, работает на усовершенствование духовное, а когда отрицательная, ты работаешь над своим, ну, как бы, выгодным тебе, ну, с телесной точки зрения. Ну, это немножко другое. Ты про хитрость говоришь такую здесь. Нет, вот поврежденный. Человек, может быть, в данном случае даже не виноват. Он пребывает в этом состоянии. Он, конечно, ему надо исправляться, но вот вы сказали, вы правильно сказали, что она стремится к знаниям, здоровая разумная сила. Она способна формулировать мнение, обосновывать предположения, представления, научные теории даже. А в поврежденном состоянии антипримеры того, что я перечислил. Я полагаю то, что когда человек, ну, у него неразумная сила им руководствуется, то, что он бегает, ну, как бесноватый и... Ну, не, ты совсем крайне уберешь случай. Ладно, давайте не буду вас мучить, просто в поврежденном состоянии это блуждание, рассеянные мысли. Это мечтательность, фантазии, пустые, склонность к празднословию. Не узнаете? Я себя узнаю лично, к сожалению. А как ни странно, святые говорят, что это идолопоклонство, потому что именно в поврежденном этом человек склоняется к идолопоклонству. Это порождение ереси отсюда, неверие, неблагоразумие, неразборчивость, неблагодарность. К уврачеванию разумной силы предлагается, вот интересно, несомненная вера в Бога. То есть надо как-то отрезвиться, и вдруг, и вот как я тогда, когда мне Господь вот этот дал посмотреть на все глазами атеиста, я ужаснулся. И я просто вымолил обратно это все. Несомненная вера в Бога,
истины не погрешить наследовать учению церкви. Постоянное чтение Евангелия. Я вам желаю обрести навык читать Евангелие каждый день, хотя бы перед сном. Каждый день. Каждый день. Хоть сколько-нибудь. Прям пусть это у вас навык будет, как утром чистить зубы. Прям вот, если вы ложитесь спать, не почитав Евангелие, пусть у вас будет какое-то чувство, что что-то не то. А это чувство такое, оно, если вот выработать, оно не подводит. Поэтому пусть оно у вас выработается к духовным вещам, особенно к чтению Евангелия. Надо еще сказать, что разумные силы, конечно, главная составляющая – это внутреннее слово, так называемое. Вы все хорошо знаете. Вы часто же про себя там целые доклады какие-нибудь, или выступаете, или кому-то что-то доказываете про себя, да, вот это, вы устами молчите, а про себя там целая это нобелевская речь там у вас. Вот это внутреннее слово. Вот это надо иметь в виду и им очень бережно тоже орудовать. Если в Евангелии сказано, что за каждое праздное слово дадите ответ, то это внутреннее слово тоже. Никогда старайтесь в холостую это все не делать, то превращайте это в молитву. Это нельзя оставлять праздно. То же самое, лучше лишних слов никогда не говорить. Это не значит, что надо быть хмурым молчуном. Ну, короче, надо всегда за своей речью следить. Я уж не говорю там о сквернословии и так далее. Вот, а это вы мне скажите, чем отличается мысль от помысла? Помысл – какое-то желание, какое-то что-то совершить, а мысль – это просто какой-то вывод, ну, то есть рассуждение именно. Ну вот мысль, рассуждение согласен, а про помысел нет еще, давайте. Помысел сам приходит, а мысль ты сам продумал. Молоток. Вот запомните, мысль – это произвольное наше размышление о чем-то, а помысел – это то, что нас иногда посещает, независимо от нас. Просто это очень важно иметь в виду. Одно дело, когда вы о чем-то размышляете, мыслите, а другое дело, когда там бац, и вас что-то посетило. Прям сразу вот отсевая. Даже не обязательно все это запоминать, просто сразу так вот поразмышлять, откуда это, от Бога, к чему оно призывает, к хорошему, плохому. И если что-то чувствуете, это сразу не собеседуйте с этой мыслью, сразу отсекайте ее. Да, знаете, что надо еще сказать, что душа использует тело как инструмент. Например, когда тело умирает, душа выходит из тела, она видит все вокруг разом. 360 То есть ей для этого глаза не нужны. Значит, глаза в теле – это был инструмент души для тела. Душа слышит, соответственно, уши ей нужны были только в теле, она и так слышит. И в этом смысле душа использует организм в хорошем смысле как инструмент, какие-то эти вещи. И вот в данном случае три силы души, надо сказать, что, допустим, разум, разумная сила души использует мозг. Не мозг – источник разума и силы этой души, а разумная сила души использовала мозг в человеке. Вторая сила – это желательная. Желательные силы души – это волевые проявления души. Они служат для реализации замыслов, обеспечивают активность, организуют деятельность души. Понимаете, да? То есть вот то, что душа замыслила, все это реализует желательная сила. И в этом смысле приведите мне положительные проявления в человеке – желательные силы. Ну, как раз реализация – это разумные силы. То есть ты захотел там идти к Богу. А желательная сила тебе помогает это воплощать. Ну, как это внешне проявить? Вот как вот на человека посмотришь и думаешь, ну, у него все хорошо, желательная сила. Ну, он, например, от каких-то старых плохих привычек отрекается и приобщается к новым хорошим. Да, но это путь движения его, а именно как качество его, качество человека. Целеустремленность. Целеустремленность, молодец, дальше. Упорство в достижении. Ну, упорство, да. В смысле? Что он организует свою жизнь правильно, да? Вот. Сила воли. Ну, сила воли, да, конечно, тоже. Желательная сила еще называется волей, но, опять же, понятие воли не охватывает весь спектр действий желательной силы. Хотя это одно из его главных орудий воли. Положительном смысле, то, что имеет именно целеустремленность, целеустремленность же может быть, ну, и как в отрицательную сторону направлено быть. Нет, ну мы же в данном случае хорошие, имею в виду. И, конечно, он формирует в себя свой нрав, он над собой работает, у него организована его жизнь в хорошем смысле. То есть понятно, что человек, он организованный в хорошем смысле. Ну и, соответственно, что происходит, если съехала желательная сила? Отрицательные проявления. Он ленивым становится. Да. Рассеянный. Да, стоп. У него все как-то спонтанно, как вот... Ну, рассеянный это больше как к разумной силе души. Но, в принципе, да. Нет цели. Ну, в том числе, да. Неорганизованные, непоследовательные, беспорядочные, там, вначале своевольные. Делает, потом думает. То есть он не может, он не владеет собой. Своевольный в том смысле, что он как это течет там по направлению, чего хочется, а не то, что вот ему надо себя формировать.
Еще вот здесь перечисляется подавление совести. Вот это интересно, она же желательная сила, она же организует все. А в данном случае она, наоборот, подавляет совесть. Она неумеренность, жадность, властолюбие, гордость. Ох, к уврачеванию желательной силы служит пост. Пост, воздержание, злострадание. Как вы думаете, что такое злострадание? Ты терпишь, когда тебе делают зло? Да, тебе перенесение, что-то плохое делают. Перенесение зла, какое бы, откуда бы оно ни было, заслуженное, незаслуженное, ты его переносишь как минимум со смирением, а как максимум с благодарностью Богу. Давайте перейдем к раздражительной силе. Раздражительная сила, некоторые называют, в психологии особенно любят называть чувством, но чувство это не охватывает весь спектр раздражительной силы, но при этом является главным орудием. Чистое проявление, знаете, какое? Не хорошее, а просто прям оголенное, как таковое. В транспорте наступили на ногу больно. Вот оно, эта раздражительная сила пошла в чистом виде. Вот ты еще не подумал, ничего, реакция прям, дал реакцию сразу чувство. Понимаете? Да. Или тебе там рассказали, там, представляешь, что он сделал там? И такой, ты такой, ах, он паршивец. Ты первый, ты не подумал, не осуждай там. Ты сразу первую реакцию, да, вот это раздражительная сила. Интересно, что она при этом призвана давать энергию. Я не зря в этом треугольнике поставил наверх разумную силу, раздражительную и желательную. Если, у меня сейчас к вам вопрос будет, если расположены именно так, разумно на первом месте, раздражительно и желательно, тогда это гармоничная схема. Тогда тебе наступили на ногу, или тебе рассказали, какой он там паршивец, то у тебя первая будет реакция не раздражительно, а разумная сила души, она становится, она скажет, подожди, не осуждай, там, да, и так далее. А желательная сила начнет распределять энергию, которую все равно раздражительная сила выделяет, на то, чтобы примирить ситуацию или еще что-то такое. Вот это вот гармоничное. Вы мне сейчас расскажете, какой человек с гармоничной раздражительной силой? Как вы его опишете внешне? Никуда он стремится, что, а как вы его внешне опишете? Всегда спокоен. По нему не понять, что сейчас его обревает. Ну нет. Это если вкупе разумная сила рулит. Мы сейчас говорим просто вот человек, вот, а как в нем проявляется раздражительная сила? Можно для интереса наступить ему на ногу. Очень больно. Ну, смирение. Это называется искушать человека. Нет, лучше так не делать, конечно. Ну вот, пример Александра Матросова. Это может быть примером от того, что у него чувство за своих товарищей, за ближних, то, что он мстить врагу за то, что вот он у него резко нормальный. Ты знаешь, да, потому что вот я вам сейчас зачитаю, вы поймете, что это действительно очень корректный пример. Помимо того, что это прямое исполнение заповеди, кто положит душу свою за други свои, смотрите, что святые говорят. Чувственно-эмоциональная сила вот эта вот дает силы, энергию для жизнедеятельности. При положительном развитии это ревность о Боге, это мужество, смелость. На этот поступок нужен был мужество, смелость, то, что Матросов сделал. Ненависть к греху, любовь к Богу и к ближнему. Я почему подчеркнул, что это чувство? Вот это вот все, что я перечислил, это чувство. Это не сдерживание чувства, а это чувство, но в правильном направлении. Ну, а в искаженном, я думаю, здесь уже семи пядей во лбу не надо быть, в искаженном, искаженная раздражительная сила. Тут... Трусость. Дальше. А вот отрицательно, как бы, вот эти эмоции, только отрицательные, наоборот. Да, вот. Ну, попробуй их перечислить, да. Ну, то есть, если у тебя ревность по Боге, ну, ревность к каким-то грехам, например, равнодушие. Равнодушие – это нейтрально, здесь надо проявление, да, чувство. Ну, равнодушие – это ненависть, как бы... отрицательное. Ну, равнодушие – отрицательное, просто... но это не относится к чувствам. Это как раз это плохо, но это отсутствие. Ты бесчувственен. Да. Давайте я зачитаю. Это неправедный гнев, то, о чем ты говоришь. Зависть, наглость, мстительность, самолюбие, вспыльчивость, раздражение, злословие, склоки, обиды, убийства, ненависть, злопамятство. Опять же, к сожалению, я себя узнаю вот, в раздражении, вспыльчивостью. Ну или кастом предлагается человеколюбие, любовь, братолюбие, кротость, сострадание, доброта, терпеливость. Я могу сказать, что мне очень помогает в этом смысле молитва оптинских старцев. Она как-то у меня вот выстраивает эту молитву. Итак, какая, вот три силы души, какая из них важнее всего? Вот это вот раздражительно. Раздражительная? Так она же энергию, она энергию дает. Ну, смотрите. Если раздражительно наверху, а разумная здесь и волевая здесь, то это что с человеком будет? Значит, нет главной, по сути. А?
Разумная, конечно, разумная, которая должна управлять. Как не помню, кто-то из святых говорит, что разумная сила должна управлять двумя неразумными. Эти две, они неразумные, они живые, они наши, но это две неразумные силы. И живая разумная сила должна управлять неразумными, тогда человек гармонично. Тогда раздражительная сила дает энергию, волевая распределяет, все устраивает, а разумный всем этим рулит. Инструмент разумной силы – это мозг, мы уже говорили, да? Но мозг не источник разумной силы, а инструмент. Инструмент желательной силы – это нервная система, а инструмент раздражительной силы – это сердце. Вообще понятие сердца в богословии, оно очень-очень-очень глубокое и разноплановое. Вообще сердце как средоточие жизни, сердце как средоточие молитвы, как средоточие божественной благодати. Сердце имеется в виду не только физическое наше сердце, да, а вообще этот орган духовный. И вот чтобы вам понять, смотрите, вы знаете такую детскую игрушку, совсем для малышей, пирамидка, когда на штырь надеваются колечки. От широких к узким, да, и вот такая пирамидка собирается. Вот сердце – это вот это вот штырь. В своей духовной природе оно пронизывает, как штырь, все вот эти наши вот колечки, вплоть до духа, вплоть до ума. Напоминаю, мы сейчас рассматриваем природу человека. И сердце – вот такое сакральное, сакральный орган человека, который пронизывает все. Еще раз говорю, вплоть до ума, духа, до самой вершины нашего бытия природного. Мы как-нибудь поговорим с вами отдельно об Иисусовой молитве. Не потому, что мы исихасты никакие, но знать об этом просто соединение ума с сердцем, к которому они стремятся, это как раз вот соединение на вершине нашей вот природы, там, где находится дух, ум, он же ум. Я надеюсь, вы запомнили, что ум, разум, рассудок – это разные вещи, да? Запомнили? Мысль должна опережать чувства и действия. Если разумная сила во главе, и все гармонично. Запомните, пожалуйста, мысль должна опережать. Никогда не действуйте, не обдумав. Никогда не пускайте в ход свои чувства, не обдумав. То есть разумная сила в первую очередь, и дальше уже все остальное. Ну и вот, и святые говорят, что когда эти три силы души взаимодействуют гармонично, и при этом они направлены к Богу, вот это необходимое условие, они помогают нам вознестись вплоть до созерцания Пресвятой Троицы, ни больше, ни меньше. Чего я всем вам и себе желаю, дай нам Бог, в общем, достичь этого и переглянуться в этот момент, сказать «да». И я вас благодарю за то, что ваша вовлеченность, то, что я видел, что вы слушали и участвовали в разговоре, меня вдохновляло. И поэтому как-то мне понравилась наша сегодняшняя встреча. Надеюсь, что и дальше Бог даст нам встречаться также. Спасибо. Владеть собой, то есть это иметь и получить свободу жить правильно. Вы знаете, у блаженного Августина есть такое очень интересное высказывание, классическое высказывание, которое гласит следующим образом. Велика свобода быть способным не грешить. Свобода. Не грешить. Представьте себе. Не осуждать, не завидовать, не тщеславить. Велика свобода. Он продолжает дальше. Но величайшая свобода – не быть способным грешить. То есть достичь такого состояния, когда человек вообще просто не может грешить, то я могу не грешить – это велика свобода. А уж не быть способным грешить – это достичь уже духовного абсолютного совершенства. Ну, фраза его замечательная. Так вот, что такое владеть собой? Это быть, по крайней мере, способным не грешить. Вот этот человек действительно свободен. Но чтобы достичь этого, что для этого нужно? Для этого нужно знать науку из наук, как говорили святые, искусство из искусств, художество из художеств, духовную жизнь.